на моих глазах тот же Дикий Арман забирал людей на штурм резиденции, это 5 числа вечером, потом аэропорт брать, и оттуда приезжали, вот мы взяли аэропорт, вот. Они были на этих белых машинах, джипах, с багажником, в котором люди размещались, и там больше сотни человек где-то, вот, вели себя нахально, уверенно, там. Так что это все проявления, я думаю, этого, это организовано тем самым Саматом Абишем, Сатыбалды, и у меня сегодня в 3 часа пришла повестка в Генеральную прокуратуру города Алматы, чтобы я явился. Вчера мне после публикации на канале БАСЕ, моего видео. Вызов меня в Генеральную прокуратуру, я считаю, что это попытка выгородить Самата Абиша, Сатыбалды и Дикого Армана, которые именно 4, 5, 6 января участвовали в погромах, ну и в остальных бесчинствах. Это захват аэропорта, захват резиденции, где руководил этот Дикий Арман. На этом видео я там говорю, что я видел, как было во время январских событий 5 числа, 6 января, как люди Дикого Армана, вооруженные мачетами, там, пистолеты глушителями и гранаты импортного производства, на площади 5 вечером, 6 числа, как они пытались там сжечь прямо на площади пожарную машину, коктейлем Молотова, и в белых повязках они были, и там еще скорые машины, скорой помощи, и инкассаторские машины, они там скрывали что-то, как будто там деньги есть. Вот. Я уверен, что это люди Сатыбалды, Самата, так как это было все четко организовано. Власти запрещают обвинять Кайрата Сатыбалды, Самата Абиша и Дикого Армана в захвате аэропорта, резиденции и организации беспорядков в Алматы. Власти прикрывают настоящих террористов. Общественного деятеля Ануара Даниярова вызывают в Генпрокуратуру. Бесерет газга тойдык, жүрөк кайнап, айнып. Абая, Масанчи. Ой, Масанчи деп, мен Шевченко. Көздөн жасап. Ануар Данияров с первых и до последних дней протестов участвовал в январской революции. Его пытали и привлекали. Однако Ануар продолжает говорить правду про кровавые события. Властям это не нравится, потому что власти прекрасно знают, что в погромах и бесчинствах народ не участвовал. Участвовали люди Сатыбалды, Абиша и Дикого Армана. Ануар Данияров продолжает утверждать, резиденцию, аэропорт, инкассаторские машины и машины скорой помощи сжигали люди Сатыбалды, Абиша и Дикого Армана. Ассаламу алейкум, казахи. Бүгін 12 маусым, 2024 жыл. Кеше Басе телеарнасында менің видеом шықты. Сонда өз көзіме көрген жағдайларды айтқам. Қантар кезімде Алматыда 2022 жылы 5-6 қаңтарда болған жағдайды. Сол өз көзіммен көргенім, мына пожарный машинаны жандырғысы келген коктейль молотовымен скорый помощьтарды, инкассаторский машиналарды әкеліп прямо алаңды жандырғысы келген. Қолдарында коктейль молотовы атыстонның іші шыққанда өзім тоқтатқан. Ана атыстонның іші шығып кетті, сонда түсіндім да ол коктейль молотовы екен. Қазақша да орысша түсінбейді. Қолдарында мачете бар, пистолеттері бар, гранаталар деген бар. Соны мен жариялаған себебім, сонда Дикий Арман сол күні, 5-ші күні кешкісін резиденция штурмын алып кетті адамдарды, сол жақта қаншама сықырды. Сосын енді күні тағы аэропорт қалып кетті, аэропорт аламыз. Аэропорттан келді, аэропортты алдық деп. Біздің жазықсыз енді Қалас Нұрпейісов, Айгерім Төжан аэропорт алып деп, мысалға қарап түрмеде жатыр. Бұның бәрін істеп жүрген, сонда ана вахабиттер қазақшада, тоқта десем, қазақшада түсінбейді, орысша да түсінбейді.
мен түсінгенім сол айтыр. Сол себептен маған генеральный прокуратураға кеше повестка келді. Бүгін сағат 3-те келсін деп Алматыда Қабанбай Сейфуллинаға сатып алды Самат Абиштің істеген тірлігі деп. Мен енді 100% енді оған уверенно айтып отырмын. Оны 2022 жылы май айында мен генеральный прокуратураға 7.5 сағат допроста болған, бәрін айтқанмын. Қасымда адвокатымда болған, оның бәрі документированы. Так что маған қазір ары қарай давление істеу мүмкін. Сол себепті үште барам, сағат 12:35, үште барам, генеральный прокуратура ары қарай не болатынын білмеймін.